ТикТок оспорит в апелляционном суде запрет на использование приложения в США. Ранее Белый дом обвинил социальную сеть в передаче личных данных американцев властям КНР. Владеющая ТикТоком китайская компания ByteDance свою вину отрицает. Еще в августе президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с угрозой ТикТок, в котором дал месяц на прекращение всех сделок с компанией-владельцем соцсети под американской юрисдикцией. Министерство торговли США распорядилось запретить использование приложения в стране с 12 ноября, если не будет устранена угроза безопасности Соединенных Штатов. Материнская компания ByteDance утверждает, что сотрудничала с американскими властями и предлагала им варианты устранения опасений, но ответа не получила. Теперь китайские владельцы ТикТока подают в суд, чтобы защитить права 1500 своих сотрудников, которые работают в США.